грузоперевозки по-ростовски, зарплата будущего и Венеция на Пушкинской. Это подсмотрено в сети. Меня зовут Алена Медведева. Здравствуйте. Зачем газель, если есть четверка? В Ростове замечен экономный способ доставки. Смотришь на видео, а в голове лишь фраза. Это Ростов, детка. Действительно, еще не придумывали такого груза, который бы предприимчивые ростовчане не смогли доставить из пункта А в пункт Б. Алексей наругал. Эх, вы, с головой нужно дружить. Законы физики еще никто не отменял. А вот Михаил идею одобрил. Класс. Знакомая картина. Да, четверки же самые прочные, уверена Ольга. В общем, не знаю, откуда такие познания, хочется лишь надеяться, что все целы и невредимы. Зарплата будущего. Так подписали снимок оригинально выполненной купюры. Николай шутит. Тот случай, когда спасибо теперь и правда можно положить в карман. Игорь тоже оставил свой комментарий. Ну, наконец-таки введут ту валюту, за которую мы действительно работаем. Сармине вот с предыдущими пользователями не согласна. Нет, там будет написано «дышишь и радуйся». Друзья, ну что за пессимистический настрой? Пошутили и хватит. И на том спасибо. В центре Ростова на Пушкинской под плиткой течет река. Жители города негодуют. Это опасно и в случае чьей-нибудь невнимательности может привести к фатальным последствиям. Ну вот, а говорим, что ливневки не работают, отметила Наталья. Зато будет чем поливать газоны в засушливое лето. Плиточку приподнял, ведерко набрал и местные гибискусы полил. И все-таки шутить можно сколько угодно, а вот под ноги смотреть крайне необходимо. По крайней мере до тех пор, пока проблему не исправят. А то потом ищи вас где-нибудь в Таганроге. Это все подсмотренные новости на этой неделе.